на территории Горно-Ходатинского заказника находится самый крупный в мире питомник овец и быков. Это уникальные животные, предки которых жили в то же время, что и мамонты. Внешне они больше похожи на быков, чем на овцу. Однако, несмотря на массивное тело, могут быть очень быстрыми и легко развивают скорость до 40-45 км в час.